Друзья, всем привет! Вот, решил записать сегодня видео. Сегодня я наконец-то уезжаю домой. Но вечером у меня поезд, и вечером уезжаю домой. Уже, честно говоря, вот не терпится, уже думаешь, это поскорее бы уже сесть в поезд и приехать домой. Уже очень соскучился по дочерям, по своим, по старшей дочке, по младшей дочке. Вот, и хочется поскорее уехать уже. Когда назад в Москву вернусь, даже, ну, не знаю, может через месяца полтора, может через два. Ну, а если дома найду работу, тогда уже и не буду в Москву вообще возвращаться. Вот. Так что сейчас уже сижу, чемоданное настроение. Сейчас у нас 5 часов вечера. Вот. Сижу, думаю, уже поскорее бы взять сумочки и поехать быстрее домой. Вообще 2 месяца не был дома, очень соскучился, блин, по всем своим родным, по родственникам, по друзьям, по детям, в общем. Да и по городу тоже соскучился, хочется увидеть родной город, погулять по городу, по улицам, походить там. Вот, что вам еще рассказать? Ну, в общем, сейчас у меня такое, я говорю, настроение чемоданное. Сижу на чемоданах, уже хочется это побыстрее взять сумки и уехать. Вот. И как, чем ближе отъезд, тем больше терпения не хватает. Не хватает терпения, именно хочется очень домой. Ну, правда, я уже 2 месяца не был дома, естественно, соскучился сильно. 2 месяца это все-таки срок, это не 2 дня, не 2 недели. Так что вот так вот. Так что с завтрашнего дня буду уже записывать видео для вас из дома. Вот. Ну ладно, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся.